слышали? Бля, аллея налево, бегом! Хорошо, осторожнее на угла. Нелегко. У нас легко не бывает. Он готов, Дэкер! Это уже гражданская война какая-то. Блин, здесь все вышло из-под контроля. Это и вижу, понятно. Спасибо. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. Ты должен это сделать, Рэй. Режь! Нужна помощь. Заходите. Будь начеку, Рекер. Расслабься, Пак. На злодеев они не похожи. Как дела? Нихуама? Отойдите от окна. Это опасно. Не стойте у окна. Отойдите. Мы пытаемся дойти до реки, но у людей Чана есть танки. В город не пробраться. Мы направляемся к реке. А тут гранатометов нет? Один есть. Наши люди дают отпор. Но у Чана бойцы посильнее. Мы в ловушке. Нам нужна ваша помощь. Будьте здесь, защищайте ребенка. Давай, Рекер, пошли. Рек, видишь танк? Временем. Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Наш путь перекрыт танком. Нужно взглянуть на это сверху. Как насчет этого здания?
Сначала нужно зачистить зону. Трекер, покажи ему, где раки зимуют. Он идет прямо на нас. Осторожно, Рекер! Еще один танк! Отличная работа! Спускаемся к воде и валим отсюда! Все чисто! Что у нас со временем? Плохо! Делаем ноги! Быстро! Гавань совсем близко! У нас тут полно гражданских! Пожалуйста! Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Трекер, ты первый. Так, ты в норме? Ага, вполне. Крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку.
Это крепость. Вас понял, могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. Это крепость. По вам ведут огонь, могильщик. Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь. Доложитесь. Только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это могильщик. Черт, сдохла. Посмотри. Все эти люди и флот, как живые мешки. За нами! За нами в безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию. Владик, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте, прием! Крепость — это могильщик, ответьте!